Выполнено исследование компьютерной томографии придаточных пазух носа с реконструкциями в трех плоскостях и в объеме. Определяются следующие изменения. Правая верхнечелюстная пазуха. Слизистая оболочка не утолщена на всем протяжении, выводной проток не сужен. Кистозных и или солидных образований жидкостного содержимого не определяется. Левая верхнечелюстная пазуха. Слизистая неравномерно утолщена до 0,3-0,4 см в области дна и медиальной стенки. Выводной проток не сужен. Жидкостного содержимого кист не определяется. Пазуха клиновидной кости. Слизистая не утолщена, выводные протоки визуализируются, не сужены, содержимого в полости пазухи не определяется. Пазуха решетчатой кости. В ячейках содержимого не определяется, слизистая не утолщена, выводные протоки не сужены. Лобные пазухи. Воздушные с обеих сторон, содержимого не определяется, выводные протоки не сужены. Полость носа. Слизистая носовых раковин утолщена с обеих сторон. Носовая перегородка скривлена в задних отделах, костная часть. С наличием костного гребня, вершина которого направлена вправо, на уровне средней носовой раковины, смещена вправо на 0,6-0,7 см, не имеет дефектов. Височные кости в объеме сканирования. Пневматизация ячеек сосцевидного отростка не снижена с обеих сторон. Содержимое в ячейках не определяется. В барабанной полости газ. Внутренний слуховой проход справа и слева не расширен, симметричен. Заключение. Искривление носовой перегородки, ринит, левосторонний катаральный гайморит. Рекомендуется консультация отоларинголога.